Металгін, автор і керівник порталу «Незалежний художник» Олег Каравай. Пане Олег, просимо вас сказати про свої враження від виставки і від плідного спілкування з самим автором. Получается так, что действительно какая-то вот большая дружная семья. И почти все, в принципе, говорят именно вот то, что значит, кто подала 200 километров, я 550. Со всей семьей сюда приехал. Дальше, то, что ты единственный на проекте «Портал независимых художников», конечно же, неповторимый, самобытный художник, я счастлив. Что когда-то тоже, как говорил уважаемый, до него прийшов, і цей хлопець теж до мене прийшов і говорить, я хочу, показати свої картини. Ми, слава Богу, була можливість, ми зробили так, що тепер він в нашій дружній сім'ї, і ми тепер навіть гордимося тим, що ти у нас, Петенька. І ще мало, в принципі, осталось городів в нашій країні, в яких ти ще не відкривав свої виставки. Так що я тебе желаю і в них теж пооткривати. Значить, вчора на засіданні нашого портала, экспертным советом портала было принято решение, вот диплом-сертификат выдается Петру Грицюку в том, что он является участником, партнером проекта «Портал независимым художником». Экспертным советом портала ему присвоен статус «Известный художник». У нас на портале есть художник мастер, известный художник, осталось знаменитый. Для того, чтобы он стал знаменитым, мы с ним еще поездим по Европам, по городам, по весям, там подальше, и все дороже будет знаменитый. В общем, Петенька, с днем рождения, дорогой. Это прекрасная выставка, картины потрясают. Все эти подписи, которые, это же не просто так, вы же видите, да, там глубина такая. И самое интересное, что не только интересно смотреть картину, но и то, что он туда вложил. Многие, может быть, и не понимают. Некоторые картины, да, действительно понятны, всегда, иногда бывает только художнику. Но прочитав эти прекрасные философские рассуждения, понимая, что тут, конечно, сила. И я рад, что эта сила рядом. С днем рождения, дорогой! Спасибо большое. Спасибо. 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 Щодо проекту «У нас єдина доля, ім'я і Україна», автором якого є Петро Грицюк, хотіла б нагадати, що це є творчий, патріотичний проект, який має на меті